На детском шоу «Голос» минувшим вечером не обошлось без громких заявлений. Рэпер Баста не пожалел юную участницу и выгнал из проекта. Реакция девочки взволновала зрителей. Ярослава Балахматова исполнила песню Максима Фадеева «Сестричка» вместе с двумя другими участницами. Из трех наставнику пришлось выбрать только одну, и выбор пал не на харизматичную Ярославу. Девчушка оказалась не промах. Она открыто негодовала, как Баста мог не разглядеть ее таланта. В порыве злости она бросила обидную фразу, не желая мириться с несправедливым решением. Вообще-то хотелось остаться. Настроение испортилось во время песни. «Я рассержена на этого Басту. Баста, я на тебя рассержена. Не хочу больше тебя видеть», — произнесла она в эфире Первого.